к этим словам. Слова такие. Сначала создаю контакт, потом моя задача за этот контакт его сделать. Не вырваться из этого, не обмануть его, чтобы он как-то сам пошел. Создать плотный контакт на руке и за этот контакт его подвинуть. Плотный контакт создать и за этот контакт. Вот здесь сложинки не должно быть. Потому что иначе вы будете человека двигать за пальцем. А вам нужно двигать его за контакт. Так все время было найдено. Все привыкли вот к этому. Все так и делают, попадают.
тело у вас не давали назад, вы назад. Чтобы кинуть назад, вам нужно немножко завалить тело. Потом вернуть обратно. Okay.
контакт. Контакт этой руки. Para arriba. Дорогие друзья, на данный момент мы начинаем мероприятие по очередной.